ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit, однако открыт к диалогу. Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии и британского премьера после их встречи в Брюсселе. Тереза Мэй прибыла в столицу ЕС, чтобы обсудить сделку по выходу страны из Союза. На въезде в здание Еврокомиссии ее встречали противники Brexit. Глава британского правительства вновь попыталась убедить европейских лидеров пересмотреть условия сделки, но не встретила у них поддержки. Однако, несмотря на сложности, лидеры согласились провести переговоры по поиску решения. Напомним, главным камнем преткновения остается вопрос о границе между Республикой Ирландии и Северной Ирландией в составе Британии. Для оценки этих переговоров до конца февраля Юнкер и Мэй встретятся еще раз. Президент Юнкер подчеркнул, что ЕС в составе 27 стран не будет возобновлять переговоры вокруг соглашения о выходе, которое представляет тщательно сбалансированный компромисс между ЕС и Великобританией, и в котором обе стороны пошли на значительные уступки, чтобы прийти к сделке. В то же время президент Юнкер выразил готовность включить дополнительные формулировки в политическую декларацию, согласованную 27 странами ЕС и Великобританией, для того, чтобы быть более амбициозными для развития будущих отношений между сторонами. Он подчеркнул также, что любое решение должно быть согласовано Европарламентом и 27 странами Европейского Союза.